Скажите, пожалуйста, знаете ли вы, зачем нужно читать книги? Конечно, ответ на этот вопрос известен многим, но совсем немногие действительно регулярно читают хоть что-то. Книги нужно читать для того, чтобы обрести новые знания, найти какие-то идеи. Книги формируют мировоззрение, убеждения, ценности, личностную философию. В книгах есть множество идей, методик, стратегий, знаний и опыта великих людей. Книги создают и формируют мировоззрение. Читая хорошие книги, человек углубляет и расширяет взгляд на мир, убеждения. Книги помогают развить логическое мышление, развивают воображение, умение мыслить и рассуждать. Во время чтения книг читатель входит в образ главного героя или реального человека и в будущем может спроецировать идеальный образ самого себя в реальной жизни. Чтение книг дает возможность найти ответы на волнующие вас вопросы. Не нужно выдумывать велосипед, все давным-давно известно. Миллионы людей прожили свои жизни и щедро поделились собственным опытом с человечеством. Решение различных проблем, будь то отсутствие денег или межличностные отношения, все это изложено в книгах. Глупо не воспользоваться этими знаниями. Книги мотивируют, вдохновляют на улучшение себя и достижение больших результатов. Книги помогают открыть новые грани восприятия мира, о которых мы даже и не могли догадываться. Открыть свой разум к новым возможностям, о которых ранее не подозревали. Книги помогают найти решение любых проблем или призадуматься над вопросом, который волнует многих людей. Неужели я занимаюсь тем, ради чего я пришел в этот мир?